Урок 9. Задача 1. Луч ОН делит угол СОД на два угла. Надо найти угол НОД, если СОД 76 градусов, а угол СОН на 14 градусов больше, чем НОД. Давайте градусную меру угла НОД обозначим за х градусов. Х градусов. Градусная мера угла CON больше на 14 градусов. Х плюс 14. А теперь давайте решим уравнение. Вот в сумме два этих угла составляют угол 76 градусов. Значит, х плюс 14 плюс х будет 76. Решая уравнение, находим х. 31 градус. Итак, угол НОД 31 градус. Задача вторая. Угол МОН является частью угла ПОН. Известно, что угол ПОН 84 градуса. Угол ПОМ в 6 раз меньше. Давайте обозначим за х градусную меру угла ПОМ. А угол МОН в 6 раз больше. 6 умножить на х. А в сумме два этих угла составляют угол ПОН 84 градуса. Давайте решим это уравнение. Найдем значение х. Х равен 12 градусам. А вопрос задачи. Найдите угол МОН, который в 6 раз больше. Значит, ответ 72 градуса. Задача третья. Угол СОД принадлежит внутренней области угла АОБ. Известно, что угол АОБ 120 градусов, угол СОД 80 градусов. Надо найти угол, образованный биссектрисами углов АОС и БОД, если луч ОД внутри угла СОБ. Так, давайте обозначим градусную меру угла АО. С за 2х. Биссектриса делит угол пополам. Х плюс х будет 2х. А градусную меру угла BOD обозначим за 2у. Y плюс y. Биссектриса делит пополам. Теперь давайте найдем 2х. Плюс 2у. Это 120 минус 80. 120 градусов минус 80. То есть 2х плюс 2у 40 градусов. Значит, х плюс у 40 делить на 2 – 20 градусов. А теперь давайте найдем угол, образованный биссектрисами. То есть это угол 80 градусов, да еще х плюс у. То есть вот х плюс у и еще плюс 80 градусов. Получится 100 градусов. Итак, угол, образованный биссектрисами, 100 градусов. Задача четвертая. Луч делит развернутый угол на два угла, так что половина одного угла равна трети другого. Найдите больший угол. Давайте обозначим, допустим, меньший угол за х, его градусную меру х градусов, а больший, допустим, y. Половина меньшего, половина х, равна трети от y. То есть вот можно записать вот такое равенство. Так, в сумме
Эти углы составляют 180 градусов. А теперь давайте вот в это равенство подставим вместо x вот 180 минус y. Выразим x через y. Получится уравнение с одним неизвестным. Решая это уравнение, находим y. Y – это больший угол. 108 градусов. Задача пятая. Прямой угол двумя лучами, исходящими из его вершины, разделен на три угла, один из которых равен сумме двух других углов. Надо найти величину большего угла. Вот того угла, который равен сумме двух других. Давайте градусную меру вот этого большего угла обозначим за x градусов. Вот этот угол равен сумме двух других. То есть сумма двух других тоже x. Значит, x до x – прямой угол 90 градусов. Значит, x – 45 градусов. Ответ – больший из этих углов – 45 градусов.